Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск. Сегодня речь о конкурсе «Очаровательные фотографии птиц». Швейцарский орнитологический институт надеется привлечь общественный интерес к птицам и повысить осведомленность о их защите. Чем больше людей заботится о птицах и любит наблюдать за ними, тем больше шансов на реализацию эффективных мер по сохранению исчезающих видов. Цель конкурса – демонстрация красоты и очарования птиц, а также поощрение участия в защите природы и сохранении птиц с помощью уникальных фотографий. Каждый участник может предоставить до 10 фотографий в каждую категорию. О категориях читайте на сайте. Победители получат ценные призы от Canon, Sony, Panasonic, Olympus и прочих. Дедлайн 31 мая 2020 года. Участие бесплатное. Всем желаю удачи. Покажите самые лучшие свои фотографии пернатых. С вами был Юрий Притиск.